И мы помним, что из 75 дронов 74 было сбито, и я об этом уже в предыдущем ролике говорил, смотрите обязательно. Поэтому, так или иначе, друзья, нас с вами ждет очень сложная зима, мощнейшие атаки, которых Украина еще не видала. Расисты готовят нечто очень и очень серьезное для нас. И еще раз хочу сказать, что это будут ракетные обстрелы такого уровня, которого мы еще с вами за 21 месяц кровожадной варварской войны, полномасштабного вторжения, еще таких атак не было. Поэтому я хочу к вам, дорогие мои жители Украины, дорогие мои украинцы, все и в целом все жители Украины, абсолютно всех национальностей. Хочу вам, вас предупредить об этом. Об этом говорят наши военные эксперты в том числе. И также я хочу предупредить вас, что будьте, пожалуйста, готовы к нечто подобному. Поэтому проверьте обязательно ваши термосы, проверьте обязательно ваши пауэрбанки. Держите их всегда наготове, заряженными. Проверьте свои фонари, лампочки, все необходимое, то, что необходимо для того, чтобы пережить блэкауты. И не только блэкауты, но и большое количество жертв. Потому что то, что нас с вами ждет, это будет, конечно, очень непростая ситуация. Но мы с вами верим в силы обороны Украины. Но свою жизнь мы не можем отдать просто в руки сил обороны Украины и надеяться только на них. Наша бдительность должна быть с вами на очень и очень высоком уровне. Поэтому обязательно берегите себя, берегите своих детей. И недаром президент Украины Владимир Зеленский в эти несколько дней в своих обращениях вечерних очень часто говорит о том, чтобы мы не пренебрегали воздушной тревогой и шли обязательно в укрытие. Сейчас очень сложный период этой переломной войны, поэтому будьте так добры, будьте недобры, будьте благоразумны. Доброта всегда, безусловно, необходима, но будьте благоразумны. Кто из вас спит, проснитесь наконец и поймите, что эта зима может быть очень и очень сложной, и более сложной, чем прошлая зима. При всем при этом у нас есть оптимистичный прогноз. Украина подготовлена к серьезным атакам, еще серьезней Украина подготовлена, чем это было прошлой зимой. И у нас тоже есть сюрпризы для расистов, то, что они получат в данном случае в ответ. И то, что они на сегодняшний день уже получают. Но это не значит, что мы с вами не должны быть благоразумны. Поэтому не теряйте голову. Проверьте все ваши необходимые причиндалы, термосы, пауэрбанки, ваши фонари, ваши лампы необходимые, энергосберегающие всю вашу систему. И проверьте ваши тревожные чемоданчики также. И не расслабляйте свои булки. Не расслабляйте. Будьте всегда начеку и будьте готовы к тому, что в любой момент могут произойти эти атаки. И чем ближе серьезные холода, тем ближе вероятность этих воздушных ракетно- и ракетно-дроновых атак. Но мы с вами знаем, что все хорошо. И слава Создателю за то, что мы живы. Слава Создателю за то, что у нас есть Украина. И я как армянин и как украинский армянин помню, когда Армения, моя родина предков, переживала блокаду. И когда там были блэкауты жесткие в Армении, к чему прибегали люди, и также в 90-х годах Украине было непросто очень в этом. Мы с вами переживем абсолютно все, и в любом случае лично у меня оптимистичный сценарий. У расистов их план не удастся, но это не значит, что мы должны с вами распустить уши и ничего не делать. Берегите себя, проверьте все самое необходимое, ну а я в свою очередь, друзья, приду и проверю, мои сладенькие. Будьмо орач, друзья, орачи только орач и капи меч. И обязательно подпишитесь на все наши 5 информационных площадок. До зустречи, друзья. Адьо гутюн.